А сейчас новости от наших коллег из Калязина. Поздравления с Днем Матери принимали женщины Калязинского района. Своим дорогим и любимым мамам дети дарили сувениры, сделанные своими руками. Для них исполняли лучшие песни и посвящали победы в бойцовских турнирах. Подробности в нашем сюжете. Молодежь Калязина проявила изобретательность и оригинальность, готовя поздравления для своих мам. Так студенты колледжа вышли на серые осенние улицы пасмурным ноябрьским днем с яркими шарами и цветами в рамках ежегодной акции «Радуга материнства». Но основные торжества традиционно прошли в районном доме культуры. В этот день матерей чествовали и юные вокалисты, исполняя любимые песни. Успехи в воспитании детей, внимательность к окружающим, помощь образовательным учреждениям, а также за активную жизненную позицию глава района вручил калязинским мамам благодарственные письма. Я сегодня хотел искренне поздравить дорогих мам с Днем Матери, который у нас традиционно в нашем районе празднуется широко. И этот праздник у нас внедрился благодаря активности, благодаря усилиям женсовета нашего Калязинского района уже много лет назад. И он, слава Богу, эта добрая традиция продолжается. И, конечно, должны мы и детей, наших детей, внуков воспитывать, чтобы они уважительно относились к своим родителям, к своим мамам. На протяжении многих лет в районе ведет активную работу с семьями и женщинами районный совет женщин. У активисток движения особое отношение к этому празднику. Самое великое чудо на земле – это чудо материнской любви. Потому что только мама любит нас не за что-то, а просто так. Просто потому что мы есть. Поздравления в этот добрый душевный праздник принимали женщины всех возрастов. С любовью и благодарностью им дарили цветы, поделки, сделанные своими руками. В Доме культуры работала фотовыставка, а юные спортсмены своим мамам посвятили победу в борцовском поединке.